Всем привет, мои дорогие, с вами Маша, и вы смотрите канал «Похудение мамы и дочки». Сегодняшнее видео будет из рубрики «Ешьте и худеете вместе с нами», и я вам покажу наш обед, но это будет необычный, нетипичный для нас обед, потому что такой обед у нас бывает очень редко, поэтому я и решила вам его показать. Итак, сегодня у нас борщ, облегченный борщ и также к нему такие вот куриные фрикадельки. Борщ я готовила на индюшачьем бульоне. И как я его делаю? Я вам, по-моему, не показывала. У меня на канале, кажется, нет этого рецепта. Но все готовится очень быстро и просто. Я тушу морковь и свеклу. Ну, естественно, без масла. Все это добавляю в бульон, либо в куриный, либо в индюшачий. Очень редко у меня бывает говяжий бульон. Естественно, лук не жарю, картошку не добавляю. То есть у меня такой вот получается очень легкий вариант борща, супа борща. То есть такой как бы полуборщ, но для нас это борщ. Ну и вот такие вот котлетки, фрикадельки куриные. Ну, все то же самое. У меня есть рецепт котлет. Ну, я еще по ходу дела буду вам показывать разные интерпретации, разные варианты. Но здесь тоже как бы вот все очень легко и просто. И такой вот у меня объем. Это такая моя любимая пиала. Да, Лидуль, как это называется? Ну, это же не миска. Да, это не миска. Это такая пиала. Вот моя рука. И вот как бы такой у нее диаметр, такой у нее объем. Я ее очень люблю. Кстати, покупала в H&M Home. Вот у Лидуши все то же самое, у нее классическая тарелка, а у меня пиалы, но у меня вообще особые предпочтения в посуде и в столовых приборах. У меня, например, такая вот маленькая ложечка, а у Лидуши обычная, такая вот нормальная, стандартная. Также я не люблю обычные чайные ложки, они у меня длинные, кофейные, одна длиннее другой. Кофейно-коктейльные, кстати, да. Ну, в общем, у меня свои предпочтения. Так что вот такая пиала. Да, и вместо сметаны у нас мягкий творог. Сюда мы добавляем перец, красный перец, черный перец. Сейчас также немного добавим соли. И вот мягкий творог вместо сметаны, потому что без заправки в виде мягкого творога, а сметаны, я борщ есть не могу. Мне как бы вот невкусно. Так что такой у нас будет сейчас обед. Лидуша уже начала есть. Лидуль, ты ешь, ты не смотри на меня. Не стесняйся, ты ешь. Такой у нас будет сегодня обед. Ну, а потом на ужин мы... Я еще пока даже не знаю, что мы будем есть, но очевидно, что будет какой-нибудь салатик, то есть что-то такое овощное. И либо, может быть, мы вновь съедим фрикадельки. Кстати говоря, вы знаете, мы вот практикуем. Вот, допустим, мы, ну, если мы ужинаем, да, то есть если мы на обед едим, скажем, там рыбу или курицу, или те же котлеты, мы их также можем съесть и на ужин, но уже у нас будет другой гарнир. То есть, если у нас такой вот полноценный ужин. Сегодня, я думаю, что он будет. Потому что сейчас мы вот съедим этот суп-борщ с фрикадельками. Ну и часа через 2,5, через 3 у нас будет ужин. Ну, посмотрим. Ну, вот салатик будет точно, может быть, сыра немного. Не знаю, что у нас еще будет. Но вот одним словом, такой у нас обед. Потому что очень часто меня спрашивают, ем ли я супы. Так вот, супы я не люблю, я их ем очень редко, крайне редко. Лидуша даже больше меня любит супы. Да, Лидуль, ты их еще так более-менее ешь, но тоже. Ну, как бы тоже я не могу сказать, что она вот привыкшая к супам и прямо вот ежедневно их ест. Ну, может, есть чаще, чем я. Я ем крайне редко, потому что я их не люблю и не любила никогда. Но иногда зимой, конечно же, хочется. И вот я ем в основном такой вот облегченный борщ. В основном, как правило, что я еще готовлю? Ну, я могу, мы также что еще, бульончик можем съесть. Да. И мы туда добавляем макароны из цельнозерновой муки. Твердые сорта пшеницы, то есть полезные, правильные углеводы.
Ну вот немножечко добавляем и можем съесть такой как бы бульон вот с этими макаронами. Если прямо вот очень холодно, да, и очень прямо вот хочется чего-то такого теплого, но это бывает крайне редко, потому что на такие холодные дни у нас также имеются рецепты таких более тяжелых блюд. Вот, например, у меня на канале есть такой рецепт, он называется «Мясо в шубе» или «Под шубой». Я его очень люблю, ну и я добавляю туда разные овощи. Там я вам показываю базовый вариант, а также у меня разные другие овощи. Также вместо говядины, телятины можно использовать и курицу, либо кролика, либо индейку. В общем, кому как больше нравится. Ну, то есть вот на холодное время года у меня имеются свои рецепты, которые как бы заменяют суп. Так что вот такие дела, мои дорогие. Все. Будем есть, а то я сейчас уже начну заговариваться, потому что мы действительно очень голодные, все, мои дорогие. Благодарим всех за внимание и надеемся, что видео было вам интересно и полезно. Все, до скорой встречи, всех целуем и обнимаем. Пока-пока. Пока-пока. Resting your head in my arms. You sing la la la.